Ми тут зібралися для того, щоб познайомити вас з новою цікавою такою терапією, щоб все ж таки познайомити вас з цікавою нашою гостею, і, можливо, ви спробуєте потім цей вид терапії і самі у себе вдома, а, можливо, і не вдома. Тож, я представляю нашу гостю, це Муза Рощина, арт-терапевт, член Міжнародної федерації арт-терапії. Доброго ранку! Доброе утро! Дякуємо вам, що ви завітали до нас. Ми, бачите, як завжди, зранку вже заряджені, позитивні, але ми знаємо, як прокидатися, як спортом займатися, і досить мало знаємо, що таке арт-терапія. Чи могли б ви нам детальніше про це розповісти? Просипатися і займатися спортом – це вже прекрасно, безусловно. Це залог вашого плодотворного, успішного дня, це залог здоров'я, це залог того, що ви будете в прекрасном настроении, в прекрасном состоянии духа, в хорошем эмоциональном состоянии, значит, вы будете радовать себя и окружающих, надеюсь. Что касается арт-терапии, если не углубляться в подробности, а сказать, скажем так, коротко, да, и своими словами, то это, в принципе, исцеление искусством. Mm-hmm. Инструментарий арт-терапии достаточно обширен. Очень многие, к сожалению, почему-то уделяют внимание исключительно изотерапии, да, вот я имею в виду изобразительному искусству. Ага. Хотя это всего-навсего одна из составляющих арт-терапии. Сама арт-терапия – это и музыкальная терапия, это и фелт-терапия, и куклотерапия, и сказкотерапия, и библиотерапия, и музыкальная терапия, и танцевально-двигательная терапия, и телесно-ориентированные практики, и множество-множество-множество. И ландшафтная терапия, и кинотерапия. Даже, кстати, очень замечательное, интересное направление. Ну, я думаю, все мы знаем, насколько кинематограф оказывает на нас действительно мощнейшее влияние, он может нас заставить и плакать, и смеяться, и сопереживать, и просто мы сами как бы путешествуем по сюжетной линии вместе с героем, даже не то, что вместе с героем, а отождествляя себя с этим героем, переживаем за него и так далее. Вот поэтому арт-терапии, кинотерапия, безусловно, тоже один из мощнейших инструментов, которые очень эффективны. А ви сказали ще бібліотерапія. Це да. Мається на увазі, коли людина просто читає Біблію, вона, ну, правильно я зрозумів? От, знаєте, мені дуже подобається ваша формулировка. Дуже цікаво. Я, пожалуй, з вами, звісно, соглашусь, тому що невозможно переоцінити значення Біблії, тим більше її чтення. Її в будь-якому випадку получите мощнейший терапевтичний ефект, я убеждена на 100%. Но когда я говорила о библиотерапии, я подразумевала это направление, оно имеет под собой терапию чтением литературы. Ага. Библио, как библиотека, да, терапия книгой, исцеление художественными произведениями, поэзия, проза, не суть. Тобто, в принципі, якщо у людини, ну, занадто великий стрес, вона може взяти, там, виділити якихось півгодинки, взяти улюблену книгу, почитати трішки, і вже там емоційний фон стає простішим. Если, грубо говоря, да. Так. Да. То есть какой-то определенный терапевтический эффект, безусловно, при этом будет достигнут однозначно. Но не все настолько однозначно и не все так просто, как хотелось бы. Просто потому что, как вам сказать... Для начала я бы, конечно, безусловно, всегда рекомендовала обращаться к специалисту за помощью, просто потому что не всегда то, что мы воспринимаем как стресс, является стрессом. Да? Это может быть уже и депрессией, это может быть и неврозом. К тому же имеет значение, какая стадия стресса на данном этапе. То есть не всегда человек может сам оказать себе эффективную самопомощь, не обращаясь к специалисту. Все-таки лучше, конечно, тем более сейчас, слава богу, психологов очень много, к счастью, вот так наша артель расширяется, да? Направление... Боже, бесчисленное множество направлений, школ, пожалуйста, предлагаемых методов, методик, техник, инструментов. Каждый может подобрать что-то, то, что будет экологично, органично для него, то, что будет для него естественно, безопасно и комфортно. Я зараз просто хочу розібратися для себе, тобто арт-терапія – це спосіб заспокоїти себе, коли у тебе якийсь нервовий стан або депресія, правильно? І це в тому числі. Ага, але тобто допомагає на початковому етапі? Ні, я би так не сказала. Діло в тому, що арт-терапія – це
Достаточно, как я уже и говорила, достаточно глубокое, обширное направление, которое помогает справиться не только с какими-то первоначальными проявлениями каких-то эмоциональных состояний негативных, да, либо наоборот, чрезмерно ярко выраженных позитивных каких-то состояний, mm-hmm. что тоже, кстати говоря, не очень хорошо, потому что мы привыкли так, что если человек в горе, да, в печали, значит, это все ужасно плохо, это mm-hmm. прям катастрофа, а если человек безумно рад и счастлив, у него такой идет серьезнейший эмоциональный всплеск, то, как правило, никто не тревожится, а напрасно, потому что любая эмоция, доведенная до крайности, она, как правило, негативно отражается на нашем здоровье, об этом mm-hmm. тоже следует помнить. Но арт-терапия, она работает практически со всеми видами запросов, начиная вот, как вы говорите, от стресса, да, от какого-то mm-hmm. волнения, от какого-то переживания, от какого-то, не знаю, деструктивного убеждения, которое мешает нам жить где-то там в чем-то, от какого-то нашего страха, вплоть до того, что она помогает облегчать состояние онкобольных, это действительно так. То есть она работает и с психосоматикой, она работает практически с любым из заболеваний, которые имеют отношение к области эмоцій, имеют отношение к области психологии. Тобто у мене було запитання, знаєте, в голові потім з'явилося, це психологія більше, чим мистецтво, але тепер я розумію, що це психологічне через мистецтво. Совершенно верно. Ага. Это исцеление посредством искусства. Цікаво. А можна якось на прикладі розібрати, як це працює? Ну, от, наприклад, у мене є негативне убеждення. Угу. Як за допомогою арт-терапії його пропрацювати і замінити на позитивне? І, можливо, яким саме краще видом арт-терапії? Так. Ну, це індивідуально, звісно. Вам потрібно смотреть, к какому искусству у вас больше лежит душа, скажем так, да, на что вы откликаетесь. Может быть, вам нравится музицировать, возможно, вам больше нравится, не знаю, работать с глиной, с тестом, может быть, вам больше нравится работать с растениями, либо с шерстью, либо просто слушать сказки, а почему бы и нет. В принципе, любой из предложенных инструментов хорош, однозначно. Каким образом это происходит? Смотрите, дело в том, что наши убеждения, в том числе, они, как правило, находятся глубоко в нас, на тех глубинных уровнях, которые, ну, скажем так, на уровне нашего подсознания. Да, они закладываются, к несчастью, большинство из них в нашем раннем детстве. И порой мы даже можем о них не догадываться и не знать о том, что оно в нас существует. Мы считаем, что это вот, ну, вот такой я, да, или такая я, вот я так считаю. Вот. Ну и первоначально нужно, конечно, выявить это убеждение для того, чтобы изначально понять, как можно работать и противостоять чему-то тому, что мы увидим, тому, что мы понимаем, тому, что мы можем, тому, чему можем дать имя, что мы можем назвать. Поэтому изначально нужно, конечно, его найти, его отыскать. Для этого есть определенные и упражнения, и техники. Достаточно интересные. К сожалению, не знаю, насколько, это вряд ли, наверное, вам смогу сейчас показать, если бы я взяла с собой хотя бы какие-то кисти, краски, можно было бы... Приглашаю вас двоих обязательно ко мне на консультацию, на тренинг. Попробуем с вами разные виды арт-терапии. Я думаю, будет интересно, увлекательно. А мы потом смогли показать нашим глядачам, как это відбувалося. Обещаю массу удовольствия от работы с тестом. Ух ты! От куклотерапии в том числе. Куклотерапия? Ну, да. Для чоловіків теж? Конечно. А что это? Расскажи детальнее. Так, действительно, расскажи. Это создание куклы собственными руками. Когда мы прорабатываем какое-то состояние, или вот как вы предложили убеждение какое-то, да, и так далее, можно работать с куклой. Вот мне очень нравится работа с куклой, когда создание так называемой кукла счастья, да, это вот мы прорабатываем обиду. Попытаюсь вам сейчас объяснить на пальцах, каким образом это происходит. Берутся такие вот лоскуты ткани, причем ткань должна быть определенного размера и определенной плотности для того, чтобы с ней было хорошо работать, чтобы она держала форму и в то же время не была чрезмерно жесткой. Хорошо, чтобы складывалась. Вот на одной стороне мы прописываем свои какие-то обиды, да, вот, то есть я за это обижаюсь, вот там за это, вот это у меня там где-то. А вон там еще Петька в третьем классе меня пнул, вот я ему до сих пор это помню, обижаюсь. Mm-hmm. Переворачиваем этот лоскут, этот отрез ткани, и с обратной стороны просто уже идет терапевтическая работа, когда вы вспоминаете, вы акцентируете внимание на воспоминаниях, вы вспоминаете негатив, а потом пытаетесь это несколько переосмыслить. Когда записываете, что вот меня Петька тогда пнул,
ну, к примеру, так, да, на правах бреда. Петька тогда пнул, и вот после этого я так на него обиделся, что я пошел в секцию, там, я не знаю, по вольной борьбе и, например, стал чемпионом. И либо даже не стал чемпионом, просто укрепил себя физически, здорово вырос, стал таким красивым взрослым парнем и благодарен ему, потому что я таким образом он подтолкнул меня заняться своим здоровьем, своим внешним видом. Ну и вот так вот по каждой нашей обиде. После этого мы это все красивенько складываем, определенным образом заворачиваем, сматываем и ставим эту куклу. И желательно, чтобы где-то на том месте, где она будет вам видна, но не будет вызывать дискомфорт, не будет мешать. И желательно, когда вы будете, ну, а даже если вы не будете умышленно акцентировать на этом внимание, все равно она будет находиться где-то в вашем поле зрения, так или иначе. А замечая ее, вы будете вспоминать о том, что все-таки, в принципе, в вашей жизни, даже несмотря на обиды, произошло очень много хороших, позитивных, замечательных каких-то ситуаций, событий, историй. Так, у мене зараз виникло таке запитання, от я не знаю, чи може бути це арт-терапією? Якщо психологи рекомендують, береш просто папірець, ручку і пишеш. Звісно. Тобто це може бути арт-терапією? Угу. Да. Добре. Чи можна робити це кожного дня, наприклад? Там, у кінці дня перед сном ти можеш тобі прописати, потім щось хороше прописати, ну якось пропрацювати це. Це буде давати цей ефект? Звісно. Любая работа, которую вы делаете, все, что вы анализируете, все то, на что вы обращаете, то, что находится в фокусе вашего внимания, так или иначе, эта информация поступает, скажем так, опускается на уровень вашего подсознания, и уже таким образом запускаются какие-то определенные процессы трансформации. Желательно, конечно, чтобы эти процессы все-таки были позитивные, поэтому я надеюсь, что вы будете писать в конце дня не то, что там у меня я там где-то поскользнулся, да, либо на себя пролил чашку кофе, а то, что мне улыбнулась красивая девушка, например. Я сегодня посмотрела на себя с утра в зеркало и подумал: «Надо же, а я красавчик». Ага. Так. Или еще что-то в этом роде. Тобто я чомусь думала, що потрібно саме, ось як ви показали на першому прикладі з лялькою, що потрібно одразу негатив, а потім переводити в позитив. Проте можна акцентуватися тільки на позитиві. Можно, но это вовсе не значит, что утверждение, которое нынче мега популярное, я уверена, что вы это знаете, о том, как да, жить на позитиве. Да, то есть мы, безусловно, мы все стали настолько мега позитивные, вот мы теперь делим эмоции так, это эмоции плохие, это хорошие, это чувства плохие, это хорошие. Значит, я как успешный человек, который живет на позитиве, что должен делать? Правильно, истребить в себе все те эмоции, которые я занес в плохие, все эти чувства вычеркнуть, оставить только вот эти, и все, и будет мне счастье. Оно совершенно так не работает. То есть, ну, начнем с того, что эмоции, как и чувств, не бывает плохих и хороших, не бывает, они все наши. Они все наши, родные. Запретить себе что-то чувствовать мы не можем. Но запретить себе чувствовать грусть, печаль, разочарование, зависть, гнев, злость равносильно тому, что запретить себе чувствовать голод. Это просто невозможно. Невозможно заблокировать какую-то одну эмоцию и при этом оставить совершенно свободными, нетронутыми все остальные, те, которые мы называем мегапозитивными, которые нас ведут к успеху, к драйву, юху. Ребят, дорогие телезрители, кто меня слышит, я вас умоляю, пожалуйста, любите себя, любите ваши чувства, любите ваши эмоции, они все ваши родные, они все прекрасны. И нет среди... Это как дети, среди них нет плохих. Единственное, что может быть, скажем так, не совсем лицеприятным, это то, каким образом мы проявляем эти эмоции и эти чувства вовне. Вот научиться правильно выражать свои чувства и эмоции — это совсем другое дело. Но это не значит, что некоторых нужно там как блох, да, вытравить, выдушить, а другие сказать: «А, я вышла, а вы мне хорошенькие цветите». Не получается. Есть день, есть ночь, есть зима, есть лето, есть грусть, и она прекрасна. Есть радость, она тоже замечательна. Клас. Тобто виходить, перший крок до того, аби полюбити себе по-справжньому, віднайти з собою коннект, це просто розуміти свої емоції. Понять і давати себе, безусловно, право відчувати ці емоції. Обязательно, конечно, посмотрите, что происходит сейчас. Несмотря на то, что все мы стали мега-суперсоциальны, да, социально активны, настолько вот мы в соцсетях прям, ну, простите за выражение, чуть ли не каждый свой вздох фиксируем. Вот мы, да, вот вроде бы как настолько социализированы, но в то же время мы стали
потрясающе зациклены и сконцентрированы на себе. Потому что, когда мы выкладываем этот каждый свой вздох в соцсетях, что мы делаем? Правильно. Мы фоточки правим. Потому что там я должен быть красивой обязательно. А еще я должен быть успешной. А еще я должен быть такой прям позитивный. А еще я должен быть какой-нибудь там, не знаю, мега прекрасный со всех сторон, очень умный. И так далее, и так далее, и так далее. И в итоге что получается? Получается, мы несколько подменяем понятие. То, что происходит сейчас в наших соцсетях, мы вполне серьезно считаем и называем общением. Хотя на самом деле мы погружаемся больше в себя и совершенно больше и больше и больше утрачиваем нашу способность к коммуникации, к человеческой коммуникации, к обычному, простому человеческому живому взаимодействию. Мы наши эмоции... Вот, потрясающе. Сколько я провожу тренингов и групповых, и индивидуальных встреч. И оказывается, что, к несчастью, очень многие из нас не могут назвать правильно свои эмоции и выразить свои чувства, подобрать им правильное название. А опять-таки, ну, я лично, это мое субъективное мнение, прошу прощения, потому что мы утрачиваем эту возможность без живого взаимодействия с живыми людьми. Мы подменяем теперь наши эмоции, наши чувства, эмоции, да, нам в помощь. И вот мы знаем, что я сейчас чувствую что-то вот такое, у! Mm-hmm. Да, а как вот это «у» называется, а кто его знает? А вот, вот как-то вот... Вот как у меня была одна клиентка, да, которая говорит, я что-то відчуваю, что такое, что мне не ок. А вот что? А вот не знаю, мне не ок. Вот, и все. И вот, а вот попробуй теперь разберись, да, как помочь, вот когда мне не ок. И вот так вот пошагово мы начали рисовать. Постепенно мы наконец-то дошли до того, что же это такое за не ок и так далее. Поэтому, конечно, ничто не заменит человеческого присутствия, ничто не заменит живого человеческого взаимодействия. Когда я смотрю на вас, я вижу ваши прекрасные глаза, я вижу вашу улыбку. Конечно, безусловно, я не телепат, да, но я могу считывать какие-то определенные мимические сигналы вас. Я могу понимать, что вы настроены позитивно. У меня возникает теплое чувство, да, потому что я вижу вас, я ощущаю, как происходит между нами взаимодействие и на вербальном, и на невербальном уровне, и даже, возможно, где-то до какой-то степени на энергетическом уровне. Вот это вот ощущение такого тепла человеческого, оно совершенно незаменимо даже самыми прекрасными фотографиями и самыми продвинутыми смайликами и гифками, и чем там еще. Ми дякуємо вам за те, що ви все ж таки нам розкрили ось це невідоме питання раніше, арт-терапія. А ми тепер не цураємося своїх емоцій, які б вони не були, позитивні чи негативні, і все ж таки знаходимо спільну мову з собою і дослухаємося до себе. Усім привіт! Мене звати Ангеліна Таран, і я хочу вам подякувати, що ви завжди разом з нами. Ми дійсно стараємося, щоб контент був цікавим та унікальним. А мене звати Макс Сербін, і ми чекаємо на вашу подяку. Підписуйтесь на наш YouTube-канал, ставте лайки і обов'язково пишіть приємні коментарі. We'll be right back.